После аномально теплого сентября наступил холодный октябрь. Температура воздуха приблизилась к нулю. Поэтому отопительный сезон в Подмосковье начался раньше обычного. Со среды 4 октября система запущена. И, как мы и говорили, для того, чтобы полноценное тепло оказалось во всех объектах, о которых я сказал, понадобилось несколько дней. Почти 300 жалоб поступило от жителей округа на отсутствие отопления. Чаще всего жаловались в социальных сетях, существенно реже на портале «Добродел». Больше всего обращений поступило из Одинцова, Никольского, Успенского, Кубинки, Заречья, Жаворонок и Больших Везем. Впрочем, случаи единичные, скорее всего, связаны с завоздушиванием систем. Чтобы снять эту проблематику, необходимо попасть в квартиру к жителю, спустить воздух из батарей, и это позволит запуститься уже целому стейку. То есть, если необходимо спускать воздух, то это надо попадать либо в квартиру, либо, если система позволяет, спускать его на верхнем этаже, либо на чердаке. Но при этом, опять же, в некоторых квартирах нужно также будет спускать и воздух из батарей. Котельные в Одинцовском округе работают в штатном режиме. С проблемой завоздушивания систем в домах коммунальщики должны справиться до конца этой недели. Евгения Августина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».